Уважаемые жители города, хотим сообщить вам, что с 18 октября по 27 октября начинается прием заявок на предоставление государственных грантов в рамках дорожной карты бизнеса 2025. Гранты предоставляются молодым начинающим предпринимателям в возрасте до 29 лет на безвозмездной основе. Сумма гранта от 2 до 5 миллионов тенге. Для участия в конкурсе предпринимателям необходимо предоставить полный пакет документов на электронном портале dkb.kuldao.kz. Основные требования к участию в конкурсе являются наличие бизнес-плана, создание новых рабочих мест, а также наличие инфраструктуры, либо создание необходимой инфраструктуры для реализации проекта.